Каких механизмов не хватает для формирования солидарного общества? В областном центре прошло очередное заседание интеллектуального клуба Белгородчины. Ученые, политики и общественные деятели обсудили главную стратегию развития региона. «Щелкунчик и мышиный король». Активисты молодежной организации Андрея Скотча провели новогодний бал-маскарад. Собранные средства пойдут на благотворительность. Цирк, театр и фигурное катание в одном действии. В Старом Осколе прошло сказочное представление «Ледовое шоу». Подарок белгородским детям сделал фонд Алишера Усманова.